В Махачкале продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Дворовая территория по адресу Булача-7Б – одна из самых больших, которые вошли в программу. Здесь частично завершены ремонтные работы. Произведена укладка бордюров и тротуарной плитки. В рамках проекта здесь установили детский игровой комплекс, беседки, скамейки, урны и столбы ночного освещения. Кроме того, на стадии завершения строительно-монтажные работы футбольного поля. На днях рабочие произвели уже укладку искусственной травы. Объект будет сдан уже в следующем месяце.